лопаты нету. Вот это я вшился. Привет всем на канале ДВС. Едем кататься на квадрике. Забыл свой проезд, где тут проезжать надо. Там канава с речкой, ее на квадроке не переедешь. Вот одну я объехал вроде канавку, а вторую, ну сейчас посмотрим, пошукаем. О, какой борщевик летом, а? 2 метра, а то и больше, под 3. Попробуем.
небольшой. Сейчас потихонечку прощемимся. Заброшенная и раздолбанная завозами и тракторами. Это серьезно. Серьезно всех. Мы же тоже не сидим. Не понимаю, вот поле ровное, зачем трактор едет к кривульке? Смотрите, вот углами какие-то. Зачем это делать? Тем более зимой. Ладно, я понимаю, летом там где-то буза, можно провалиться, мокро, но зимой-то нахрена? Ну что, паузу сделаем, отдохнем чуть-чуть. То и рука подмерзла одна. Надо передохнуть, водички попить. О! Смотрите, как хорошо, а? Шикарный вид. Солнышко. Когда такое еще? Особенно у нас. Солнце очень нечасто. Вот. Так что приветствую вас, как говорится, на канале, друзья и подруги. Все хорошо. Отличная погода. Начало февраля. Скоро весна. Надо ловить момент. Да.